Поддержка международного мира и безопасности во имя устойчивого развития. На эту тему 5-6 апреля в Баку состоится промежуточная министерская конференция «Движение неприсоединения». В рамках подготовки к конференции в столице Азербайджана проходит совещание старших должностных лиц стран-членов движения. На заседании планируется подготовка ряда важных документов, которые будут приняты по итогам конференции. Движение неприсоединения играет важную роль в современных международных отношениях. Во время холодной войны движение неприсоединения не поддерживало ни один политический блок, не признавало присутствие иностранных военных подразделений в своих странах, тем самым способствуя установлению международного мира и безопасности. Кроме того, движение неприсоединения является самой важной после ООН платформой, которая объединяет весь мир. После того, как Азербайджан стал членом движения неприсоединения, в декларацию международной организации был добавлен отдельный пункт по армяно-азербайджанскому Нагорно-Карабахскому конфликту. Организация поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, подтвержденные международными документами. Кроме этого, структура выступает за урегулирование конфликта на основе резолюции Совета безопасности ООН. На предыдущем саммите и встрече министров иностранных дел был принят подобный пункт. Безусловно, этот вопрос будет рассмотрен в рамках этого совещания, поскольку вопросы международного мира и безопасности лежат в основе движения неприсоединения и являются одними из ключевых составляющих в урегулировании международных проблем, нося позитивный вклад в их решение. В предстоящей министерской конференции примут участие представители государств и международных организаций, являющихся членами движения неприсоединения, а также имеющих статус наблюдателя данной структуры, делегаты стран и организаций, приглашенных в качестве специальных гостей. В общей сложности число участников конференции составит около 1000 человек. По итогам встречи планируется принятие Пекинской декларации, а также расширенного отчета и других документов. В движении неприсоединения, роль которого заключается в обеспечении международного мира и безопасности, участвуют 120 государств. Статусом наблюдателя обладают 17 стран и 10 международных организаций. Отметим, что Азербайджанская республика в 2019-2022 годах будет председательствовать в данной организации. Эльнара Алиева, Саид Бабазаде, Намиг Гасанлы, CBC. В Баку при поддержке Центрального банка Азербайджана приступила к работе 7-я международная конференция под названием «Наличное денежное обращение, инкассация и кассовые операции в банке». Основными целями двухдневной конференции являются обмен опытом по применению в этих сферах новшеств и инноваций, поиск совместных бизнес-идей и создание возможностей для формирования новых деловых связей. В конференции принимают участие представители центральных банков стран СНГ и других государств, финансовых организаций, а также представители компаний, предоставляющих оборудование и услуги для банков. Отметим, что организатором конференции является совместная украино-эстонская компания «Бизнес-формат». Ранее конференция проходила в Украине, Беларуси и Казахстане. Мы верим, что это событие – прекрасная возможность объединить лица, принимающих решения на высоком уровне. Надеюсь, что банки, компании, организации получат прекрасную возможность наладить контакты. Эта конференция, наряду с возможностью для обмена опытом, также послужит установлению глобальных деловых отношений.